Появиться в известном на всю Россию сериале – это ли не хорошая мечта, даже если это массовка. Тем более за участие платят и есть возможность свою карьеру продолжить, получить второстепенную роль. Такой шанс выпал рязанцам всего несколько дней назад. В Инстаграме появилась реклама, что любой желающий может принять участие в съемках сериала «Физрук». Платят за один день 1500 рублей. Переработка тоже оплачивается – 150 рублей за час. В общем, как тут не соблазниться? Ну, я видел объявление в паблике, объявление «Рязань». И там было как раз объявление о том, что набирается в массовку от сериала «Физрук». Ну, я подумал, как бы от меня ничего не стоит, попробую, так сказать. Ну, отправил, там никаких личных данных не указывал особенно. И пришло мне потом обратное сообщение. Ну, классическая разводка, что отправьте 1000 рублей, чтобы вас приняли в массовку. В якобы официальном письме было сказано, что Максим оплачивает так называемую индивидуальную карточку актера. Магнитная карта, которая содержит данные о человеке. Стоимость такой 2800 рублей. Благо, студия оплачивает 70%. И Максиму, как и любому другому желающему участвовать в съемках, нужно внести всего 900 рублей. Кстати, сумму эту обещали вернуть с первым же гонораром. Но Максим после ответа якобы студии от участия отказался. Телеканал ТНТ опроверг информацию о съемках в Рязани. К тому же на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте еще в 2015 году были опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы. В интернете очень много мошенников, не попадись. Мы никогда не требуем денег за участие в кастинге. Во ВКонтакте мы распространяем информацию о кастингах только через официальные сообщества. Кстати, сейчас страница в Инстаграме, на которой предлагали участие в съемках, выглядит вот так. Да и Рязань не первый город, в котором подобного рода мошенничество произошло. Ранее подобные инциденты уже имели место быть во Владимире и Нижнем Тагиле. В Рязани о съемках сериала «Физрук» знают многие. Причиной послужило массовое распространение новости в разных группах в социальных сетях. Максим увидел это объявление здесь. Ну, еще, конечно, роль сыграло то, что я в новостях увидел по многим рязанским пабликам, ну, новостным, о том, что проходит сбор массовку. Поэтому очень жаль, что не проверили информацию, а просто опубликовали так вот. Может, как сыграли на руку мошенникам. Сейчас в новостных группах появилось опровержение. В настоящий момент делом о мошенниках занимается полиция. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».